Он представитель современного поколения актеров, который всегда пробует себя в новых амплуа. Он прекрасно справляется с ролью теле- и радиоведущего, при всем при этом занимается своей музыкальной карьерой и всегда идет вперед, как настоящий художник. Ну что же, знакомьтесь, наш сегодняшний герой – Оскар Кучера. Она улетела на Кубу, а мне наплевать. Она улетела, не буду ее вспоминать. Она улетела, ну что от нее было ждать? Вообще-то могла бы сказать, что умеет летать. Время разбудило ночь, время раскидало сны. Некому теперь помочь жителям моей весны. Они ходят неглиже и смеются надо мной. Говорят, что я уже больше не ее герой. Она улетела на Кубу, а мне наплевать. Она улетела, не буду ее вспоминать. Она улетела, ну что от нее было ждать? Вообще-то могла бы сказать, что умеет летать. Оскар Александрович Кучера. От рождения Евгений Александрович Боголюбов. Родился 11 августа 1974 года в Москве. Российский актер, музыкант, теле- и радиоведущий. С 7 лет занимался в школе-студии художественного слова. Окончил ГИТИС. Играл в театрах Ермоловой, МХАТе, театре киноактера, школе современной пьесы, а позднее сосредоточился на антрепризах. Работал на радио «Серебряный дождь», «Авторадио» и «Юмор-ФМ». Однако гораздо большую известность Оскару принесло телевидение. Он стал диджеем на канале Муз-ТВ и достаточно быстро завоевал популярность, за что в 2002 году получил премию «Овация», а через год – знак качества как лучший телеведущий развлекательной программы. Позднее он вел множество программ на каналах НТВ, «Россия-1», «ТВ-3», «Карусель». А в 2004 году его пригласили в 6-й сезон невероятно популярного криминального телесериала «Улицы разбитых фонарей», где он сыграл Кирилла Евгеньевича Порохню. Кучера не прекращал сниматься в этом фильме вплоть до 2014 года. Сам актер считает, что получил от этой работы не только большое удовольствие, но и саму возможность сниматься в кино. Ведь после всероссийского успеха мог сам выбирать интересные сценарии. Кроме этого, актер нередко принимает участие в озвучке мультипликационных фильмов. Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте. Я смотрю, у вас три совершенно разные собачки. Да. Расскажите нам, кто у вас? Йорк, бабуля наша. Ей 9 лет, 10 уже пошел. Ее зовут Пипа. Йоркширский терьер является декоративной породой собак, выведенной в графстве Йоркшир в Англии в результате разнообразного скрещивания маленьких пород собак. Предками данной собаки считаются мальтийские болонки, манчестерский терьер, каирский терьер и ряд других. Сейчас Йорк – одна из самых популярных комнатно-декоративных пород собак. Йоркширский терьер – длинношерстная порода и не имеет подшерстка. Это значит, что они практически не линяют. Их шерсть похожа на волосы человека в том, что она постоянно растет и редко выпадает. Несмотря на миниатюрность, йорки сохраняют качества, присущие терьерам больших размеров – смелость, любопытство, неутомимость. Они доброжелательны и с людьми, и с другими собаками, и преданы хозяину. Йорки обладают достаточно крепким здоровьем. Средняя продолжительность их жизни составляет 12-15 лет. Отдельные особи достигают возраста более 20 лет. Чуть-чуть помоложе у нас 5 лет, по-моему, или 6, 5, наверное, все-таки. Это Плюша, это Джек Рассел Терьер. Джек Рассел Терьер – охотничья порода собак. Родина Англии. Изначально были выведены для норной охоты.
Цель – залезть в нору и выгнать оттуда зверя или вытащить его в ходе схватки. Терьер должен быть небольшим, чтобы проникнуть в нору и суметь свободно в ней двигаться. Поэтому традиционно высота в холке норных терьеров не превышала 38,5 см. Часто этот питомец работает в связке с другими охотничьими собаками. Также терьеров охотники использовали для разведки. Накануне охоты они отыскивали в лесу норы для охоты на утро. В настоящее время Джек Рассел Терьер очень широко распространен в Великобритании как охотничья, фермерская собака и компаньон. Характер бодрый, подвижный. И вот где-то бегает здесь уже, наверное, у вентила куда-нибудь на помойку дворняга, который полтора года. Нашли мы. Нет, не полтора, два. Но мы ее нашли просто. Приблудилась, причем очень забавно. Жена поехала к младшему сыну в спортлагерь на сборы. И увидела собачку, которая там, ну, терлась. Прикормила ее, ну, то есть давала есть. А потом, когда уезжать сели, она побежала и бежала за машиной 6 километров до трассы. Уже когда Юля увидела, что Зера бежит и бежит. Ну и остановилась, дверь открыла, она легла. Ну, вот живет у нас. Сейчас, правда, видите, убежал топочку. Пошла по своим делам. Второй раз уже она, да, так делает. Безобразие. Беспородная собака, попросту дворняга или дворняжка. Собака, не имеющая принадлежности к определенной породе. Считается, что беспородные собаки обладают лучшим, чем у породистых соплеменников, здоровьем. Это качество вызвано высокой степенью гетерозиготности, а также благодаря более жесткому отсеву в уличных популяциях, в то время как породистые собаки являются продуктом близкородственного скрещивания, что негативно сказывается на их генетическом и физиологическом здоровье. Как и породистые, беспородные собаки могут нести разные генетические заболевания, от которых могут страдать и даже погибать, а также психические и другие отклонения. В московском метро на станции Менделеевская стоит скульптура сочувствия, которая посвящена бездомной собаке по кличке Мальчик. А в Кемерово по инициативе горожан, небезразличных к судьбе бездомных животных, установлена скульптурная композиция «Собака», которую выполнил кемеровский скульптор Валерий Треско. Бездомный пес прикорнул на крышке люка. Ну, а остальные как появились? Почему? Вот, вот я смотрю, маленькие собачки. Просто нравятся большие или как-то? Слушайте, ну, я вообще люблю больших собак, если честно. Но вот супруга моя любит вот такого размера, как вот это вот. Вот эти два чудо-юда. Я, конечно, их за собак совсем не считаю. Ну, такие вот собаки, да. Терьер, собака – это все-таки… Да, ну, это какие-то игрушечные. Плюшевые. Она и Плюшевана ее зовут. Она у нас такая плюшевая. Дети делают, что хотят с ними. А вот Пипка как раз, она не любит, чтобы детей вообще, в принципе, не любит. Да, она такая не подходит никому, но она сама по себе. Она ходит, это собака моей жены, которая просто за ней ходит. Жена в ванну пойдет, она будет сидеть под дверью. Пойдет спать, будет сидеть под спальней, под дверью. Поэтому такая. В кровати мы их не пускаем. Они у нас ограничены в пространстве дома. А здесь, пожалуйста. А раньше были собаки у вас в детстве? У меня в детстве была одна собака, пудель. Серебристо-голубой малый, клевая была, умная, но она отравилась, к сожалению. Во дворе съела гадость какую-то, там химикаты разбрасывали, и в 7 лет умерла. Плюша! Иди сюда! Пытается убежать. Плюша у нас вообще, это собака, которая рада всем. Всегда на всех прыгает, и в грязную погоду это, в общем, во дворе многих прыгает. Ну а дети ближе с кем? Дети вот с Плюшей. Вот это собака для детей, да, скажи, я собака для детей. Вот сейчас сразу лягу, да, вот того. В принципе, больше ничего не надо. Больше ничего не надо, да, скажи. Ну, а вот лично с вами, вы уезжаете в командировки с собой? Ну, как, командировки нет, конечно, если куда-то едем отдыхать, то с собой берем. Все, я сказал, ну-ка. Всех берете или только двоих? Ты посмотри, вот. Так, а нет, всех, ну, большую не берем, большую бабушку я беру. Давайте немножечко отвлечемся от питомцев. Давайте. И поговорим о вас. Питомец, дай мне тебя отвлечь.
у вас достаточно разнообразная, так сказать, карьерная жизнь. То есть вы музыкой занимаетесь, и телевидением, и радио, и кино, и театром. Все одно и то же. Все, ну, все для всех все по-разному. То есть кто-то посвятит себя, так сказать, театру и идет по жизни. Ну, мне, наверное, просто повезло, что я... Знаете, те, кто посвящает себя театру, только идет по жизни, просто не повезло. Потому что, возьмите, я не знаю, там, ну, глыб наших, Андрей Миронов, например, да? Театр, кино, музыка. Да. Да? И просто тогда телевидение такое, ну, хотя тоже и телевидение тоже, он вел разные телепередачи, участвовал много, принимал участие в разных телепередачах. Юморист при этом, да, то есть тоже можно сказать и про Папанова, тоже можно сказать и про Евстигнеева, да и про любых артистов. Поэтому, когда мне все время говорят, вот вы и Жнец, и Жрец, и на Дуде Игрец, я говорю, а кто нет? Кто, ну, то есть такое ощущение, что я как будто это Америку открыл. Нет, я все то же самое. Ну, все как у всех, просто кому-то больше везет, кому-то меньше. Кого-то приглашают на телек, кого-то нет. Но мне просто, я считаю, повезло. Ну, а интереснее для вас что? Ну, нет такого. Я не занимаюсь тем, что мне неинтересно. Я стараюсь делать только то, что мне интересно. Потому что заниматься тем, что неинтересно, наверное, уже старый я для этого. Ну, период становления по молодости был все. Тяжелый? Ну, тяжелый, конечно. У меня все время возникал момент сначала... То есть я работал в театре, и не было никакой работы, естественно. Потом возникло радио в моей жизни. Параллельно с обучением в театральном институте на последнем курсе. Потом после радиотелевидения, параллельно с театром, вместе с телевидением возникло кино. И, естественно, ну, то есть, как, а музыка была всегда, музыкой я с детства занимаюсь, и музыкальная группа у меня со школы еще, сколько я себя помню, столько там, года с 85-го, наверное, я уже в коллективах разных играл. Ну, а музыка для вас как бы больше хобби для души или... Ну, смотрите, хобби для души, да, но при этом, если я зарабатываю этим деньги, то это становится профессией, правильно? Скоро. Поэтому, наверное, я занимаюсь музыкой профессионально. Другой вопрос, что, ну, для каждого своя музыка, и я просто делаю то, что мне нравится. Пишу то, что у меня получается. А если кто-то находит в этом отклик, всегда хорошо. От чего отталкивались? Вот у всех есть там какие-то именитые музыканты, говорят, вот я помню в детстве, я слушал там Битлз. Ой, я в детстве... Вот такое... Я Битлз не слушал никогда в детстве. Мне никогда Битлз не нравился, я скажу больше, что мне сейчас не особо нравится. То есть нет, ну так нельзя сказать. Я люблю Битлз, я восхищаюсь их мелодиями, но я не могу сказать, что я фанат, вот так, наверное. А что касается каких-то групп, на которых я рос, ну, если говорить о российских, то, конечно, это и Гребенщиков, и Кино, и Алиса, и, ну, такой русский рок, что называется. Из западной музыки мне безумно нравилась всегда Нирвана, нравилась Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Deep Purple мне нравился, Pink Floyd. То есть, ну, такой, наверное, рокешник всегда больше нравился. Уже с возрастом, ну, и джаз, я всегда очень любил джаз. И сейчас люблю, и, наверное, там из поп-музыкантов, ну, таких очень серьезных, мой любимый Джамирокуай. Mm-hmm. Потому что, ну, это все-таки такая симбиоз джаза и поп-музыки фантастический совершенно. Течет с небес вода, разобьется мое сердце. Все вопросы наперед заданы, ищи ответы. Знаешь, если повезет, я тебя увижу где-то. Все только для тебя, мои стихотворения. Все только для тебя, улыбки, настроения. Все только для тебя, и ничего не надо. Все только лишь бы я с тобою был бы рядом. Говоря об актерской карьере, есть какая-то роль, которую вы бы хотели сыграть? Ну, миллион. Мечта. Миллион ролей, которые бы я хотел сыграть. Мне кажется, трудно назвать роль, которую бы я не хотел сыграть. Я очень люблю играть что-либо. Особенно то, что на меня не похоже. Поэтому, конечно. Читала, что вы, ну и знаю, что вы занимались озвучением мультиков, в частности, вот «Мадагаскар», целая серия. Да.
Это какой-то новый опыт, совершенно другой? Все-таки озвучание это... Ну, вы знаете, у меня до этого столько озвучания фильмов было разных. Я вообще, в принципе, даже 90-е годы, благодаря Александру Борисовичу Белявскому, зарабатывал денежку немножко, озвучивая фильмы иностранные на Мосфильме, фан-студии. А потом свои фильмы озвучиваешь. Ну, а что касается мультиков, это просто безумно интересная работа. Мне очень нравится это делать. Поэтому, когда возникает возможность озвучить мультик, у меня уже сколько получается? Три Мадагаскара, Маша и волшебный орех, Буратино. Три большие такие, получается, пять, вернее, больших мультфильмов. Ну, класс, мне нравится. А было бы вам интересно поработать с точки зрения вот музыкальной, с мультиком, например? Ну, саундтрек какой-то. Ой, конечно, конечно, да, естественно. Я для всех спектаклей своих пишу музыку. Она не всегда входит, но я, во всяком случае, всегда это делаю, песни какие-то пишу просто. Ну, потому что, когда ты в роли, то интересно, у тебя что-то может родиться хорошее. А для фильмов пишу. У меня в трех моих картинах звучит, ну, вернее, в трех картинах звучит, мои песни звучат. Мне нравится этим заниматься. А вот режиссерская работа в кино интересует? Ну, может, она меня интересует, но мне страшно, пока честно скажу. Хотя вот предложение есть даже, но я боюсь. Что-то не знаю, пока это надо решиться. Надо, наверное, не накопил еще. А вы когда-нибудь участвовали в съемках, где участвовали собаки, возвращаясь к нашим драгоценным друзьям? Да, конечно, много раз. Как вот это работает? Все-таки это не человек, слушайте, ты не скажешь прямо. Ну как, во-первых, это всегда были дрессированные собаки, достаточно хорошо дрессированные. Но иногда приходилось подождать, что делать. Знаешь, что вы болельщик. В частности, болельщик ЦСКА. Да. Какую часть жизни вообще занимает для вас спорт, футбол? Ну, смотрите, футбол в моей жизни занимает исключительно место либо на стадионе, либо в телевизоре. Вот последнее время на стадионе, потому что, наконец, нам построили стадион. У нас есть ЦСКА, и это здорово, потому что везде мы были гостями, всегда играли где-то. Между прочим, вот где мы находимся сейчас, в этом доме живет генеральный директор ЦСКА и еще сотрудники, я имею в виду ПФК ЦСКА, Рома. Мы дружим. Ну, ЦСКА как бы родной клуб. Футбол, хоккей, все виды спорта, конечно, я... красно-синий, армеец, и сколько себя помню, всегда болел за ЦСКА. А что касается спорта вообще, то в моей жизни три раза в неделю хоккей. Вечерами я играю после работы. Стабильно мы тренируемся. И зал. Вот у нас в доме прям зал. Плюс еще где возникает возможность, там я обитаю. Детей приобщаете к своим интересам? Конечно. Вот у нас турнички, кольца. Угу. Мы здесь все время. Занимаетесь? Да, вот недалеко вчера вечером занимались этим. Плюша, иди сюда. Плюша! Ну вот если рассматривать недалекое будущее для вас в работе, что вот есть такое, что для вас, может быть, вы выделяете? Что бы вам хотелось попробовать, чем добиться успеха? Вы знаете, хочется просто продолжать заниматься тем, чем занимаюсь, и развиваться, чтобы были новые роли, новые режиссеры, старые хорошие режиссеры. Продолжать двигаться в этом направлении, что касается и кино, и театра. Ну и, конечно, песен новых, хороших, разных. Хочется, чтобы сочинялись, придумывались. Спасибо вам большое и удачи. Спасибо вам. Долетел до земли и коснулся небес. Этот город чудес и любви поменял имена, окрестился водой, но остался собой навсегда. Улицы разбитых фонарей белыми окрасились ночами, словно начиная все сначала, задышали тысячи свечей. Улицы разбитых фонарей, ноты неоконченных мелодий. Мы с тобою здесь сегодня бродим, чтобы завтра было там светлей.
и дворцы, и мосты.